Так, сегодня мы на грязном полу разбираем трещотку с нового велосипеда Декатлон. На велосипеде Декатлон Рокрайдер ставит вот такое вот непонятное нервар. И оно, короче, не крутится. То есть оно, короче, клинит. Значит, как трещотка разбирается? Вот это колечко. Господи. Ой, все упало. Значит, откручивается в другую сторону. То есть как будто закручивается. Берете шило, чуть-чуть постукиваете и открутили. Дальше вынимаете вот это колечко, удивляетесь количеству смазки. Это новая звездочка без пробега. То есть люди выехали, купили в интернете, выехали, и у них все затрещало. Дальше вот здесь есть проставочные кольца. Эти кольца регулируют силу затяжки вот этой штуки. То есть если здесь колец не будет, она слишком глубоко закрутится и звездочку заклинит. Соответственно, нужно вот эти колец только, чтобы был небольшой люфтик. Дальше, здесь, как вы видите, шариков находится меньше, чем надо. То есть, если я их сейчас вот так вот сдвину, вот можно на паузу поставить, посчитать количество шариков. Здесь их меньше примерно на 2, на 3, чем нужно. Дальше, соответственно, если мы вот это сейчас все снимем аккуратненько, там снизу будет еще один ряд шариков. Сейчас я вам это продемонстрирую. Соответственно, я сейчас переложу трещотку на грязный пол. Вот у нас мусор какой-то валяется, это нормально. Вот колечко, кстати, проставочное, и не одно. Вот, и сейчас мы снимем, все, шарики рассыпались, и вот у нас внутренняя часть. Тоже здесь, видите, канавка, по которой катаются эти шарики. Качество изготовления потрясает своим качеством. Вот, и, соответственно, вот у нас тут эти кольца. У нас здесь их целых, я так понимаю, 3 штуки. Да, одно потолще и 2 потоньше. И далее вот эти шарики, которые должны быть на смазке приклеены на внутреннюю часть вот этого, как сказать, бабышки, но здесь нифига нету. Почему заклинивает, непонятно, потому что здесь вот какой-то только мусор внутри. А так в целом, как бы собачки ходят, все должно быть хорошо. Вот, трещотки мы не перебираем, но за отдельную плату, видите, с песочком можем перебрать на все, что угодно. Почему подклинивает? Причина совершенно не ясна. Вроде бы здесь все хорошо. Сейчас я посчитаю количество шариков. Разложу их, соответственно, в 2 ряда. Все это полностью помою, обезжирю и соберу бабушке с дедушкой велосипед, чтобы он работал.